Пусть силы черной страны выходят на бой! Да свершится над ними справедливый суд! Мой господин Великий Саурон приветствует вас. Кто из вашего сброда достоин говорить со мной? Мы пришли не приветствовать Саурона, вероломного и проклятого. Передай своему господину, армии Мордора должны быть распущены, а он покинут эти земли и никогда больше не возвращаться. Седая борода. Мне было велено показать тебе вот это. Фродо. 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 Молчи. Нет. Молчи. Я вижу, полурослик был тебе очень дорог. Знаешь же, он очень мучился в руках хозяина. Кто бы мог подумать, что такой маленький выдержит столько мучений? Он выдержал, Гэндальф. Выдержал. Кто это? Наследник Исильдура? Чтобы стать королем, нужно больше, чем сломанный эльфийский меч. Думаю, переговоры окончены. Я не верю. И не поверю.